Всем привет, чуваки, с вами я, Панда FX, и тут у меня немножко побомбило. На какую тему, я думаю, из названия ролика вы поняли. Криштиану Роналду падает всем в каждом паке. Я пришел к такому выводу, исходя из видосов моих некоторых коллег. Исходя из моей предложки ВКонтакте, которая полностью забита тем, что у меня упал Криштиану, я на это все смотрю и думаю, охуительная история, пацаны. Продолжайте в том же духе. Ставки на спорт! 1xb! Большие выигрыши! 1xb! Быстрые выплаты! 1xb! Надежный букмекер! 1xb! 1xb! Букмекерская компания. И чтобы вы понимали, я такой радостный захожу в этот режим, думаю, как круто. Вот я вчера выложил видосик, где я поймал Суареса, если не смотрели, посмотрите. Думал, ебать, вот это я бог игры, блядь. А потом захожу, смотрю, у всех падает Роналду и думаю, блядь, ну все, пизда вам, пацаны. Доначу 12 тысяч фапоинтов, потом еще 12, 4600. И нихуя! Просто, блядь, нихуя! Вот мой основной состав в World Cup. Сейчас вам покажу еще то, что у меня здесь. Дехе мне упал, да, это типа круто. Заебись пиздата, Суарес, Линикер и прочие ребята. Мне Неймар упал, тоже на секундочку. Два Неймара упало, блядь. Мне пришлось квикнуть Неймара. Было больно. Чтобы вы понимали, мне друг написал недавно, такой типа, алё, братан. Как он мне написал, если говорит алё. Ну не суть. ВК написал, говорит, мне с первого подарочного пака упал Криштиану Роналду. Вот напишите в комментариях сейчас, кто у вас самый топовый игрок, который упал в режиме World Cup. Если у вас упал Роналду, то я вас поздравляю, вы классный, пиздатый. Но со мной какие-то проблемы, пацаны. Я не знаю, что с этим делать. И на самом деле, яшники очень сильно разъебали, так скажем, рынок. Это еще лайтово сказано, разъебали, потому что Криштиану Роналду сейчас стоит 300 тысяч. Месси стоит 150 тысяч. И я такой, чё, блядь? То есть, вы понимаете, они обычный режим Ultimate Team просто нахуй обесценили. То есть, все сейчас бегут сюда, открывают пакцы, все радостные, веселые, классные, и все. Короче, в связи с этим я решил вспомнить, сколько раз мне Криштиану Роналду падал в режиме Ultimate Team. Я думаю, вам приятно будет поностальгировать и вспомнить, какое же прекрасное это было время. Самый первый Криштиану Роналду упал мне в FIFA 14. Я сидел, жрал пирожок или что там, я не помню, на стриме ночью, там у меня девушка еще рядом спала, я без микрофона сидел, и мне дропнулся модом Роналду. Я такой, вау! Это пиздёж. Блять, это как вообще? Как? Это же, блять. Блять, я не могу стоять на месте. Следующий Криштиану Роналду мне упал в режиме World Cup FIFA 14. Да-да, когда-то он и мне падал. О чудеса. Бля, вы посмотрите, кто мне выпал. Я ебал, мне выпал Криштиану Роналду. Охуеть. Ебучие рога, я, блядь, просто сел записывать Ultimate Team, и мне выпал Криштиану Роналду, блядь. Не на запись, сука, вот как всегда, блядь. Следующий Криштиану Роналду мне упал в FIFA 15. Я помню, это был рекорд брейкер 97. Я также сидел на стриме вместе с Кефиром и товарищами. Ну и тогда, естественно, я тоже дико охуел. Андрюх, ты там дохуя всего поймал? Блядь, я помню. Роналду! 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 Скайп! Ты охуешь? Ты охуел, блядь! Ебать! Ебать! Ты охуел, блядь! Скайп! Андрюха как-то... Посмотри, вот так Максим встает. Ты охуел! Ребята, и ты это не на запись делаешь, еблан? В 16-й FIFA у меня было дичайшее проклятие на паке, мне вообще практически нихера не падало, серьезно. Вот навскидку я даже не вспомню, кто мне самых... А, Неймар, да, Неймар мне упал, я помню, в 16-й FIFA это был мой лучший игрок, блядь. О, Неймар! 96! Есть! Yes! Далее идет у нас FIFA 17, Криштиану Роналду 99. Это было просто незабываемо. Это было как в сказке. Вот вспоминаю и плакать хочется. Какое же прекрасное было время. Синее! 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 Роналду!
У меня самого рука-лицо от этой реакции. Ну и, собственно, FIFA 18, в которой не сказать, что мне дико, опять же, везет в пакцах. Да, мне падали кумиры и всякие прочие товарищи, но Криштиану Роналду не было даже в блядском режиме World Cup, в который я сдонатил около 15 тысяч рублей. Простите, пожалуйста, что я столько повторяюсь, но у меня реально дико бомбит, смотря на то, как, блядь, все, блядь, нахуй в мире вытаскивают ебаного Роналду, блядь, а я сижу как лох, блядь. Доначу столько денег и нихера мне не падает. Вот просто подскажите, что мне делать? Дайте какой-нибудь цельный, дельный совет. Цельный, дельный совет. Ну, вы поняли, короче. Но зато, ребята, я поймал практически всю сборную России. Посмотрите, Фернандеш, Дзагоев, Кокорин, Акинфеев, Головин, Васин. Какие-то ребята, которых я вообще не знаю. Я вот думал сыграть сетевой турнирчик вместе со сборной России. Если вам интересно, понаставьте 10-15 тысяч лайков, и такой видос выйдет в ближайшее время. Ну, если, конечно, вам интересно. Ну и, кстати, в облаве трансферного рынка есть непосредственный плюс. Вы можете поиграть за тех игроков, которых никогда не играли. Допустим, я просто мечтал поиграть за Гаррета Бейла 94 и купил его всего лишь за 600 тысяч монет. Вы прикиньте, как дешево я урвал этого паренька, блядь. Я ебал эту игру. Он уже подешевел на хуевую тучу денег. Ебать я лох. Думал, я такой пиздатый, ухватил игрока, который стоил 2 миллиона, а сейчас он стоит уже, блядь, 400 с хуем тысяч. Просто браво. Ладно, ребятки, вот такой вот видосик получился. Надеюсь, вы так же круто поностальгировали со мной, как и я. Было приятно вспомнить своих Криштиану Роналду. Пишите в комментариях, как вам этот видосик. Понравился, не понравился. С вами был я, PandaFX. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем хорошего настроения. Вот прям максимально прекрасного настроения.